Давай мне тогда место. Я сяду с Пашей сыграю. По сколько ставка-то? Так же. Да я опять проиграл, так, господи. Да когда ж я когда выиграл? В этой игре это грёбанное. Иди с Лёнькой в рулетку сыграй. Besides, Barbara never thank you for any of this fancy doing. Кто выиграл? Давайте. Кстати, я в покер не умею играть. Да? Да, ну да ладно. Мысли. Как так? Лол. Эй. Конечно. Кстати, он у меня в друзьях. Ставку. У меня в этом... Эти новые стоят в этом... в казино. Да, детка. 10500 победил. В смысле как? Я не понимаю. Так, еще сделаем ставочку. Хуяндок. Я тут поставил 3500. Я 200. Я тоже. Ну, я 200 тоже. Я несколько раз поставил 200.
Отвечу. И опять проиграл. Дорога ты. Да-да-да. О, блин. Как ты ставишь ставку, драга? Еще плюс сделаю. Это покер, да? Я до сих пор не понял, как вы так смотрите карты? Да, карты крутки. Ой, я выиграл. 450. О. Наконец-то, впервые. Кстати, если что, это с нами мой друг сел, хорошо? Он не хотел, но сам только доделся. Я понял, что я чё-то тебя на мгновение потерял. Ну да. Я тоже. О, еночек, о, и все ребята утыш. Это по 4. Да, детка. Я опять проиграл. А я победил 12 тысяч. Хай. О, хай. Хай. Что? Просто. Ладно, извини за то, что было, да? Ну, понял. Ты
Димон, это он тебе. Ну ладно. А, внизу все написано. Все. Как нету? Ну блин, что-то меня уже надоедает проигрывать-то, а? А у меня один хуй, сейчас фишек до хуя. Это все зависит от рандома, да? Ну да, так вот. Я тоже победил. О, я 1500 получил. Вы что-то еще больше всех вас получил, фишка? Нет, почему? Я так 12 тысяч получил. А, супер. Кто выиграл? Он говорит, что нет, он не выиграл. Нет. О, не я косарь ставлю. Победил. И опять проиграл. Победа. Ну не, просто драго везучий. Да ладно тебе. Ты со мной. Ты думаешь тут. Сережа. Sorry, all bets are closed.
Да блин, я вас задолбал проигрывать, уже как раз. Ничего, победа будет за тобой. Победа. О, я выиграл 2200 получил фишку так что. Пес, я выиграл больше, чем у дилера. Ты имеешь в виду по 5К? Так она у меня и так стояла всегда. И ставка 500, вот. Плюс. Драго, здорово. Хай. Привет. О, Серега. Че, бабки проебываете? Да. Да. А, это ты. Все, блин. Просто сразу не понял. Кто это говорит. Жан-Вик, типа. Блять, Жан-Вик. Я просто не понял. Давненько тебя не видел. Да это ты просто нихуя не играешь, я каждый день заброшу. А ты что делаешь? Ой, Олежек, я еще. Ой, Олежек, блядь, Сережа, путаю вас. Я работаю. Отвечаю. Да это я уже знаю, что ты там работаешь. Пацаны, а это что за тачка, блядь? Такая. Желтая на улице. Это Бугатти, можно сейчас купить. В Легендаре Мотоспорт зайди. Бугатти, это которая. Бугатти, это которая на этом на стенде, да, крутится? Да. Че, может, Блэк Джек закатаем? Мы же все можем играть. О, да, мы тут катаем. Ой, много чего. Я сейчас в магаз гоняю, приеду. Подожди. На фишки ладно, можно короче. Получать, там за игровые часы, типа. Вроде бы за Серёга. Час. Короче, Серега, сейчас я с магаз погнал, приду, будем и будем у всех бабки отбирать. Хорошо. Эй, чё за наебал? Откуда у него, сука, флеш, блять, если у него ни тузы, ни дамы, блять. Чё за хуета, блять. Ну, потому что он читерит, опять как. Объёба нахуй. Потому что. Откуда знаешь, у него, сука, дама и король, блять, если у него, сука, его вообще не было, блять. Сука, объёба ебаная, блять. Как ему ебаник тут набить, а? Об этой фишке, блять. Что такое, а? Не, он вот реально это. Заподозрил, да, то он тут наебал. Хуяк, блядь, ему набивал бы тут. Вот это было бы заебись. Заебись. Да как он такое делает? Объясните мне, алло. Кто делает? Если я понимаю, здесь сделать пас, да, то типа, сынок, ну, проебал, да, типа.
А, у него этот, блядь. Туз нахуй. Никотин, я по 5000 играю. Я то же самое. Самое заебись наше, это играть на большие ставки. Ну да. Вот. Это фигня, не маски там, кстати. Ля какой! Какой красивый. А потом стала этим клубничкой. Нет, я пас нахуй. О, слава богу. Да, а я глянул на свои эти карты, блядь, такое говно выдал, пиздец. Мне 25к дали. И надо было сделать пас, блядь. Ну да, надо это ждать. Поднимаю, блядь. Ну я с оно победил. Кстати, я тоже тут выигрываю. Кого у меня? Слушай, мне фартит, блядь, на этом столе. Я здесь чаще выигрываю, чем, блядь, на том. Давай по пять тысяч. Я сейчас только что выиграл 10 тысяч. А чё, планшка, купишь ещё? Отвечу. Есть. Деда. Давайте ставить это максимальные ставки, а? А пятёра здесь макс, пятёра здесь максимальная. Отвечаю. Так, если у тебя две двойки, это у тебя пара у тебя. Это пара. Так что, ну, да, это нормально. Я сейчас только что два раза выиграл 10 тысяч. Нет, как?
О, победа. Ну чё? Два пока, ебать, это дело. О, видишь? Видишь, у тебя просто выпала такая комбинация, это пара выпала у тебя. Не-не-нет. Не надо было. Да, правильно. Десятка. Пучки, давай. Попробуем нахуй. Да я тоже так-то неплохо поднял. Давай, давай, слезай. И это, и побеждать. Так, глянем. Что у нас тут? И ты. Это два, две, три, молодец. Это раз. Понял. У тебя только наша старшая карта, это валет, может быть, и все. Можешь победить. Это опасно. У него вообще там три семерки, блядь. Чё, испугался, да? Не-не, он наёбывает тоже там. Окей, давай.
Так, Леонид, что у нас тут? Ну, попробуй стоить. Блять, сучка. Time for bets, please.